Ничего не будет. Плотва. Мы тебя не вырвем. И будете рисковать собой, семьями? Да дайте же мне все отдых успокою. Откуда нимфовская дверь пересажена партизанами, если бы ты лук с запасом ел, то не был бы такой бледный. Хочешь ведьмака к этому делу приплести? Он людям должен помогать, защищать их. Так может и сейчас поможет. Идите своей дорогой. Целуй до старости жопу старым. В чем дело? Ни в чем. Иди своей дорогой. Заткнись, Готтард. Он нам помочь может. Банда волчицы хочет напасть на нашу деревню. Они Бертраму хотят отомстить. Денег у нас немного. А мы заплатим, если вы нас защитите. А что за волчица? Вроде как она с волками трахается. А человека голыми руками разорвать сумеет. Бестия она в человеческой шкуре. Хотя кое-кто говорит, что большой красоты девка. Атаманша она. В банде дезертиров, недобитков из разных армий. Такие убивать да грабить обучены. За что она хочет тебе отомстить? За то, что я их охотникам за колдуньями выдал. С каких это пор охотники за колдуньями интересуются бандитами? Банда волчицы деревню разоряла, а защищать нас никто не хотел. В конце концов, Бертрам к охотникам пошел защиты просить. Мы, как охотники, ими занялись, стало потише. Только теперь волчица обо всем разузнала и хочет Бертрама убить. Помогите, не то плохи будут наши дела. Я займусь бандитами. Спрячьтесь по домам и заприте двери. Вы бы с ними поосторожнее, сударь-ведьмак. Они очень серьезные. Моей дорогой.
Приветствую. Покажи свои товары. Бывай. О, смотри. Открывайте! Ведьмак, тебя что, деревенские наняли? Наняли, чтобы я их защищал от чудовищ и от людей, которые умеют превращаться в чудовищ. А ты поверил, что я умею? Разве нет? Можешь проверить, если хочется. Или выдай мне Бертрама. Никого другого мы не тронем. Что такого тебе сделал этот Бертрам? Ха-ха, значит, этого они тебе не сказали. Ну так слушай. Он пришел ко мне полгода назад. Обещал нам подсказывать, кого из деревенских стоит потрясти. А взамен получил долю в добыче. А потом жадный стал. Хотел все больше, но я ему отказала. Тогда он напустил на нас охотников за колдуньями. Из-за него половина моих людей погибла. Отойди, ведьмак, это не твое дело. Нам нужен только Бертрам и никто больше. Вот тебе мое слово. Я не буду стоять у тебя на пути. Делай, что должна. Разумное решение. Видишь? Все прошло гладко. Это тебе за понимание. Идемте, господа! Да дайте же мне все отдых успокою! На спине колчан носит, а не мечи. Любитель! Суров ты, сударь, но по глазам вижу честный. Чего хотите-то? Что теперь? Ведьмаки с бандитами якшаются? Убирайся вон! Ну, пошел! Конечно же нет. А мы с Зосей видели такое, что ходило. И рога у него были, как у оленя. Что? Где ты видал такое дерево? Говори. В лесу, прямо за городом. Мы там собирали ягодки, помнишь? Ты из них повидло сделала. Никогда больше туда не ходи, поняла? Никогда. С нами. Новиград, столица мира, а впускают таких голодранцев. Странное вы выбрали место для разговоров об искусстве. Любое место хорошо. Нужно только разбудить в себе вдохновение. Водочкой, например. Может, выпьете с нами за поэзию? Почему нет? У меня как-то в горле пересохло. А ежели сушняк, то грусть в душе и мрак. Наливай, Гаскон! Господа, я мертвец Гипьян. Я нажрался, как мертвец. А знаете, знаете, что рифмуется со словом «мертвец»? Не будь так вульгарен. Что наш новый друг о тебе подумает? Лучше наливай.
Ну хорошо. Только это последнее. Водки нет, трубадуров и вещей моих, зараза. Сколько здесь бутылок. Неплохо мы повеселились. Слабинок свежий. Знаете, что рифмуется со словами «бешеный ведьмак»? Отдавайте мои вещи живо, а то засажу по самые гланды. Это, кажется, белый стих. Заткнись и верни ему все. Ну так, значит, мы квиты, да? Да, квиты. Ну, мотайте отсюда, пока я не передумал. Ну, разумеется, мастер-ведьмак, уходим. Раз-раз, и нас уже нет. Нахожу слов, чтобы описать, как я сожалею о произошедшем. Мы просто пошутили. Мы бы все а отдали. Есть такая честное страна, слово. Где таких, как ты, побольше? Каждый раз все суровее, весна каждый раз все холоднее. Может, и правду говорят, что белый холод идет? Идет, идет, и все дойти не может. Зато черные вон за рекой стоят. О войне нужно беспокоиться, а не о пророчествах. Пристав мужик строгий. Так что в корчме не безобразничай. Если бы ты лук с маслом ел, то не был бы такой бледный. Thank you.
Вот значит этот дом с привидениями. Весь дом ходит ходуном, но призрак уже напал бы на меня. Жильцы явно убегали в торопях. Кто-то рассыпал соль. Призраков отгоняли. Бессмысленные суеверия. Через эту трещину проходит воздух, что-то там есть. Стена с виду довольно тонкая. Обычный корень, магический, наверное. Похоже, дневник.
Элементаль земли. Довольно могущественный. Он где-то глубже. Нужно открыть проход. Сработал. Он почти освободился от магических оков. Еще пару дней, и он начал бы крушить окрестности. Thank you.
Не торопись. О, дождь собирается. Лотва, не так быстро. Но! Камьё свекольное. Ты сам напросился. Морду обрей. Я-то твоего гадского взгляда не боюсь. Спасайся, кто может! Ау! Всякий мужик свинья, только и скажу. Давай, папа. Шевелись, плотва. Теперь помедленнее. Шевелись, плотва. Смотри! Говня круто не скрутит. Что случилось? Мало того, что война, господин мой, так еще и куры у меня пропадают. Как тут жить? Воров ты видела? Каких воров? Чудовища у меня курочек похищают. На обычных грабителей я бы сама управу нашла. А с такими что сделаешь, а? Я могу этим заняться. Разумеется, не бесплатно. Но за твои годы я сделаю тебе скидку. Болтовня одна. Что так, что эдак с меня три шкуры сдерешь? Ну что поделать, другие-то на помощь не спешат. Куры начали у меня пропадать с неделю как. И все по одной забирают, гады.
По одной? Интересно. Они оставили какие-нибудь следы, чудища эти? Отпечатки лап волчьих, но странные какие-то, будто волки на двух ногах ходили. Оська и Штейгеров, умник такой, говорит, что напутала я. Только мой старик был на всю округу лучший браконьер. Так что лучше меня мало кто в следах разбирается. Понимаю. Но все-таки я бы сам взглянул на следы. Смотри под ноги! Волчьи следы, все так. Хотя что-то здесь не сходится. Следы волчьи, а рядом отпечатки маленьких ног. Но нет ни следа борьбы. Следы маленьких ног. Интересно. У него меч. Это солдат. Мы живыми не дадимся. Я ничего вам не сделаю. Так зачем пришел? Тебя прислал тот капитан с черными усами. Я не знаю никакого капитана, а пришел я по следу монстров, которые таскают кур. Столько шума из-за пары тощих курей? Эта хозяйка их совсем не любила. Кричала на них, и вид у нее, как у ведьмы. Что вы делаете одни в лесу? Где ваши родители? Их солдаты схватили. Мы переходили реку, но нас заметили. Мы бежали. Но у тятьки и мамочки были мешки. Они нам велели бечь. С той поры вы живете одни в лесу? Ну да. Здесь чего-нибудь найдем, там чего-нибудь стащим. Ничего, живем помаленьку. Откуда взялись волчьи следы? Дядька как-то добыл волка и дал нам по лапе на счастье. Мы их под башмаками и привязали. Ведь волки же крадут кур, правда? Да, только по одной очень редко. Вы живете тем, что обкрадываете других. Это плохо кончится. Лучше попросите помощи. Это у кого же? Кому мы нужны? Мы заберем всех кур. А потом пойдем глубже в лес. Петрусь говорит, что мы будем охотиться, одеваться в звериные шкуры, построим шалаш из листьев и никогда не вырастем. Последнее больше всего похоже на правду. Берегите себя. Как жизнь, ведьмак? Я нашел в лесу ватагу детей. Это они крали кур. И что ж, дети эти верхом на волках ездили? Не было здесь никаких волков. Просто это очень ловкие дети. Если они хоть чуточку соображают, пускай теперь держатся подальше от моего курятника. Приюти их, и они перестанут красть. Красть, может, и перестанут, но кормить-то их надо. Очень мне это нужно. Ну, ладно. Я подумаю. А?
Но! Отдохни. Сидел дьявол на трубе, самогонки гнал себе. Выпил дьявол два ведра, голова болит с утра. Мне мама не позволяет с чужими разговаривать. Чужой! У моего папы тоже когда-то был меч. Может, дождь собирается. Тоже бежал из Тимерии. Скверно выглядишь. Ну и дылда.